буквально пару дней назад я сделал тысячную фигурку. Здесь на полочке у меня представлено, получается, примерно 850. И 150 фигурок сейчас находится на выставке библиотеки, но всего именно по Марвелу у меня уже больше 1000 фигурок. И есть небольшие мини-коллекции какие-то по другим сеттингам, но там гораздо меньше фигурок, и я это делаю просто, чтобы немножко разнообразить. Я программист, это никак не сочетается, ну то есть мое увлечение мне не помогает и не мешает в работе, я этим занимаюсь в свободное время. Вообще леплю с самого детства, еще лет, наверное, с 3-4, у меня отец увлекался лепкой, он меня научил. Но долгое время это было просто переминание пластилина без каких-то, без какой-то цели. Пока учился в институте, жил в общежитии, не было идеи какую-то коллекцию собирать. А потом уже после того, как закончил учебу, появилась квартира своя, и я решил, что ну, можно что-то попробовать. Начинал с коллекции по комиксам DC. Здесь у меня, к сожалению, они не представлены, это были очень старенькие фигурки. Вот. Много набил шишек на этом, много ошибок было, поэтому они плохо состарились, в большинстве своем они уже непрезентабельны весьма. Вот. А потом то, что представлено сейчас в фильмах Marvel, у меня более-менее все фигурки есть основные, вот. Но они давно-давно закончились, поэтому делаю уже фигурки именно из комиксов без привязки к их истории. То есть, иногда бывает такое, что я делаю фигурку, не зная о том, что это за персонаж, потом уже, когда начинаю публиковать фотографию, ищу информацию и что-то о нем интересное узнаю. Персонажа, который по-английски называется Justice Is. Сейчас выходит диснеевский сериал Loki, где появилась организация такая, агентство по контролю за временем, если правильно помню, так оно переводится. И это один из старых персонажей, который в комиксах появлялся в этой организации. Время на одну фигурку, оно очень сильно отличается, на самом деле, от получаса, то есть самое короткое, я могу за 30 минут сделать фигурку, если у нее очень простой костюм. Если посмотреть по тому, что есть у Марвела, большинство персонажей, у них на самом деле не такие оригинальные. Это спортивные подтянутые мужчины в довольно облегающем костюме. И все. Вот. Если же у персонажей много детализации, много каких-то обвесов, украшений и так далее, время может естся просто невероятно. Я думаю, до 3-4 часов на фигурку, это без учета времени еще на то, чтобы ее лакировать. Если это фигурка, которая стоит на ногах, то начинается, разумеется, все с каркаса. Как я уже говорил, старые мои фигурки делались без каркаса, это было большой ошибкой. Пластилин даже под небольшим своим весом, к сожалению, особенно в теплую погоду, он склонен очень быстро терять свою форму, поэтому каркас, но только для ног. А потом уже начинаю с туловища. У меня есть паблик, и неофициально я придерживаюсь того, что раз в день я должен выкладывать в нем новую фигурку, новую фотографию с описанием персонажа. Соответственно, это меня подстегивает к тому, что на каком-то промежутке времени я должен фигурку в день делать.